обеспечивает жестко. Красноярск, ё-моё. Уже прям по центру города лупим на трамвайчике. Скоростном трамвае. Я не знаю. Лёха, интересно, узнает? Лёха, ты узнаешь этот регион? По твоему городу едем. Просил тебе привет передать. Вот, с Красноярска. Прям вот отсюда. Может, я вообще рядом с твоим домом где-нибудь проезжал. Вот трубень. Олимпийский огонь. А чё, говорят, недавно универсиада у вас была. Не, ну так прикольно проходили с ветерком. На трамвайчике-то. Кто сюда под землю ходит? О, спальный райончик. Вообще мегаполис, великие высотки. Крепость. Будем ждать. Может, Лёха в комментах что напишет. Скажет, о, здесь я в тачке ехал, вы что, меня не видели? Может, тут живет Лёха? Может. А, это Лёха сбыл, да? А ты, Бек, свою эту фразу кромную не забудь сейчас сказать. Отлить его уже с собой, да, и чисто вот ради этой фразы, да? Ладно, следующее включение будет уже непосредственно из Красноярска, с перрона. Ой, блин, чуть не опрокинулся. Ну. Не ожидал. Все, застеснялся. Эх, блин, ладно, дубль два.